Хорошо, тогда начинаем. Время. Здравствуйте. Меня зовут Сапожник Евгений, я представляю кофейню «Делюсь добром» города Тюмени. Сегодня я для вас приготовлю две пары напитков с свободным вливанием и одну пару эспрессо макиато. Моя первая пара рисунков состоит из медузы, которая плывет по водорослям. Медуза состоит из основания тюльпана и слоу розеты. Водоросли я также вывожу слоу розетой, а капли воздуха у меня состоят из пуринга. Пожалуйста, оцените. И вторая пара, точно так же, основание тюльпана, слоу розета, водоросли тоже слоу розета и пузыри воздуха пуринг. Пожалуйста, оценивайте. Осталось 5 минут. Спасибо. Вторая пара моих рисунков состоит из... этой чашке будет представлен соловей. Крылья соловья состоят из классической розеты. Хвост я вывожу также классической розетой пуринг. Голова пурингом выполнена.
хохолок на голове мини-розета. И в этом рисунке самое главное — это есть элемент, который обозначает пение соловья. Это его нота. Пожалуйста, оценивайте. И последняя пара будет состоять из эспрессо макиато. Последние два рисунка у меня состоят, то есть на рисунке изображена будет медуза. Вы ее могли видеть ранее в первом рисунке, это медуза, которая плыла сквозь водоросли. Она состоит тоже из основания тюльпана, второго элемента и слоу розетты. Оценивайте. Осталась одна минута. Спасибо. Также первый элемент, второй тюльпан и слово розетта. Пожалуйста, оцените. Я сегодня был очень рад выступать для вас. Надеюсь, вам было комфортно и все понравилось. Время. Сапожник Евгений! Давайте ему похлопаем!